большой и серьезный путь он прошел. Училище военно-медицинской академии Ну, а если касается... Во-первых. Во-вторых, книга дополнена. В 2012 году снова на эту книгу Вейнфельдшера. 386 с друзьями поработали, мы были в Уране, мы были участниками обороны с Севастополя. И молодого. Где попал? Военфельдшер Смирнов Михаил, 18-летний, был направлен на формирование 386-й стрелковой дивизии в Тбилиси. Из Тбилиси личный состав дивизии был переправлен в Севастополь под самый Новый год. Ну и заняли позиции, сменив части, занимавшие оборону ранее. Мы лично знакомы с автором, но я его знаю как минимум с 1981 года, когда я пошел в первый класс. И, пожалуй, впервые к 40-летию начала обороны Севастополя приехали фронтовики в Севастополь достаточно массово.